Вопрос-ответ. В таком диалоговом режиме сегодня прошла встреча предпринимателей с новым руководством федерального МСП. К слову, приехали они впервые. Пообщаться и помочь разобраться со сложностями, которые возникают у местных алтайских бизнесменов. Это отличный регион с точки зрения и вкладов, и с точки зрения развития. Потому что даже в тяжелый период, который был в прошлом году, мы смотрим, динамика не упала, не упало количество занятых. Понятно, что он тяжелый, но те меры, которые принимает регион, нам важно сохранить эту тенденцию, нам важно дать синергию, чем-то помочь, помимо традиционных наших мер поддержки, которые мы оказываем. Конечно, сегодня в зале не все предприниматели Алтайского края, но мы имели возможность подключить их удаленно через платформу Zoom, и мы видели, насколько востребовано это было участие. Кстати, в регионе более 75 тысяч представителей малого и среднего предпринимательства. Их услуги и товары пользуются спросом как внутри региона, так и за его пределами. Помогать бизнесменам регистрировать новые предприятия, продвигать их на рынке. Как раз и есть совместная задача Центра «Мой бизнес» и Федеральной корпорации МСП. Лишь малая часть представителей малого и среднего бизнеса сегодня присутствовала в зале и получила заслуженные дипломы по случаю праздника. Роль предпринимательства Алтайского края очень велика, и я от души поздравляю всех алтайских предпринимателей с этим праздником. Желаю им процветания, желаю, чтобы они реализовывали свои проекты, были здоровы и удачливы. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком.